Ребят, всем привет! Всем привет! Сегодня мы идем в фитнес-клуб. Мы сегодня решили взяться за это дело. Пойдем помониторим, сколько будет стоить абонемент на месяц. Покажем китайский спортзал, сколько стоит. Погнали, да? Да. Все, погнали. Поднялись, в общем, на 8-й этаж. И здесь, смотрите, на крыше какая красота. Не можем найти, в общем, спортзал. Сейчас пойдем поищем. В общем, ребята попросили мы на полгода он рассчитал по 1000 юаней. Здесь, я так понимаю, торг уместен. Мы маленько поторговались, и он согласился на 900. Просили 800, он не согласился. 850 тоже не согласился, на 900 согласился. Это получается спортзал, фитнес, там клуб, наверное, и бассейн. Сейчас пойдем посмотрим, сказал, можно посмотреть. Так, велосипеды, я так понимаю, здесь. Вообще зашли в душ, там все-таки заблудились. Там такое маленькое помещение, но просто все наставлено настолько по-идиотски, что просто, знаешь... Я, кстати, за вами чуть не пошел. Он меня вовремя остановил. Бассейн. Прямо на крыше, на 5-м этаже все находится. Если так понимаю, джакузи будет. Спускаемся ниже этажом, получается, да? Да. Всем привет. Все. Скажи, девочка какая-то не здоровается. О, спортзал. Спортзал на 4-м этаже получается. Там иностранцев прям очень много. Беговые дорожки. Видом на Новый Гарден. Здесь что, фитнес, да? А это что, видимо, отдельное, да, стоит? Йога. Я не знаю. Аня говорит, они уже узнавали, это уже все. Йога входит в стоимость, да? Не только йога, все групповые занятия. А это что такое? А, это, походу, что это, битвы какие-нибудь устраивают, нет? Да нет, качели. А так это кроссфит, может, какой-нибудь устраивает? Как вам спортзал? Ничего, нормально. Нормально? По сравнению с остальными, которые я видела здесь, это вообще отлично. Китайцы, в общем, не качаются. Одни иностранцы в зале. Стоимость 900 юаней, 7 месяцев мы договорились. Мы еще сторговали 1 месяц. Мы выбрали этот спортзал, потому что здесь еще есть и бассейн. Мы уже оплатили, дали карточку такую. Сказали, нужно карту обязательно с собой брать. Именная. Тоже мне дали, смотрите. Вячеслав написал. Все, потом уже вам покажем спортзал, как мы будем заниматься. Ура! Будем спортом заниматься. Ребят, всем привет. Сегодня первый день в зале, идем качаться. Сегодня у нас, в общем, будет знакомство с спортзалом. Сегодня первый день.
Короче, хватит для первого раза. Сейчас мы пойдем в бассейн и искупаемся. Сейчас ты вам душ. И вы с нами? На этом выпуск заканчивается. Хотелось бы как-то подытожить это дело. В целом я спортзалом очень доволен, мне все понравилось. В принципе, я считаю, что это недорого. Все есть тренажеры. Мы еще пока учимся, как работать над своим телом и так далее. То есть заходим, сначала занимаемся беговыми дорожками, да, на беговой дорожке. Тебе, Катя, как спортзал? Мне нравится. Все тренажеры есть. Тренажеры в хорошем состоянии. Да, бассейн хороший, бассейн чистый. Бассейн хороший, да. В общем, все. Будем заниматься спортом, будем заниматься над собой. Следите, оставайтесь с нами, ставьте лайки. Всем пока, ребята. Пока-пока.